За 6 месяцев бягучага года у параўнанні с аналогичным периодом минулого у области народилось на 1080 детей меньше. Понижение узроўню нараджальности специалисты связывают у первую чергу со зменшением у регионе колькости жаночага насельництва репродукционного узросту. Актуальное питание обмерковали удельники Совета по демографичной безопасности Гродинского облвыканкама. На встрече так само были проанализованы шерах личб, которые адлюстровывают полную демографичную картину при Нёмане. Отзначены и становший момент. Узровень смертности населения Гродинщины – один из самых низких по республике. При этом медики выказали серьезную занепокоенность особным пунктом. За полгода бягучего года в области зафиксированы 26 фактов детской смертности. Нам не удалось сдержать уровень младенческой смертности. Здесь мы видим определенные дефекты в работе первичного звена как врачей-терапевтов, так и врачей женских консультаций, акушер-гинекологов. И по поводу данной проблемы мы проводить будем на следующей неделе областное совещание с принятием конкретных мер по тому, чтобы уровень младенческой смертности за 9 месяцев этого года, да и по итогу 2017 года, был гораздо ниже. Это принципиально для нас, потому что Гродненская область на протяжении уже нескольких лет никогда в республике не лидировала по уровню младенческой смертности.